актуальное интервью. Здравствуйте, я Марина Захарова, и мы говорим коротко о важном. Сегодня у нас в гостях руководитель управления госалкоконтроля Республики Саха-Якутия Матвей Лыткин. Матвей Иванович, я вас приветствую. Добрый день. В обществе вот буквально сегодня, вчера, да, активно обсуждается, и в соцсетях активно обсуждается одна из антиалкогольных мер, которые предполагается ввести, это запрет продажи алкоголя в праздники и выходные дни. Мнения разные существуют, сколько людей, столько мнений. Каково же ваше личное мнение и вообще нужна ли нам такая мера? Ну, вообще надо смотреть, откуда это идет. Значит, это идет от концепции Российской Федерации по снижению масштаба употребления. Это был документ принят в 2009 году. И все, что сегодня в Российской Федерации делается по ограничительным мерам, это, значит, как раз вот решение вот тех задач, которые поставил вот эта концепция. Поэтому инициатива этим летом была поднята Министерством здравоохранения Российской Федерации. Ну и так как наша республика является одним из таких регионов, где более-менее конкретные меры принимаются, ну, имеется в виду, наверное, ну, такого закона пока нет, но это обсуждается как раз общество, что скажет. Наши исследования показывают о том, что 80% населения поддерживает политику трезвости. А совсем точно, если быть центром, информационным центром при главе республики, цифра вот поднята 65%, а 18% еще сомневается. Ну, речь идет же о трезвости, то есть поддерживает, да, чтобы вести трезвый образ жизни. А может быть, люди немного не понимают, то есть это же вообще практически эмбарго, да, на употребление алкоголя, там, покупку этого алкоголя. То есть, ну, а ваше личное мнение, то есть нам нужно... Ну, вообще идея очень хорошая, даже еще в том свете, когда люди говорят о том, что выходные дни все спортивные объекты должны работать на благо населения, и называть эти дни днями активного семейного отдыха. Вот это тогда я как представитель активного образа жизни тоже поддерживаю вот эту вот такую политику. Но не получится ли так, что алкоголем начнут торговать из-под полы, так сказать, да? То есть мы можем получить обратный эффект? Ну, все так говорят. Это такие мифы существуют давно. И буквально сегодня мы тоже об этом разговаривали с теми, кто продает алкоголь. И как раз здесь, значит, есть взаимосвязь, научно доказанная связь о том, что чем больше легальной торговли, тем больше алкоголиков, количество алкоголиков, людей зависимых. А чем больше людей зависимых, тем больше употребление нелегального алкоголя. То есть и суррогаты, и это пьют. В основном люди очень сильно зависимые. И в точку ночью бегут люди, которые зависимые. Вот раз, а 80% населения как раз они пьют от случая к случаю. То есть им, если магазина рядом нет, то и проблем нет. Поэтому вот запреты, которые принимаются на уровне сел, на уровне там отдельных городов, ограничительные меры, они очень сильно влияют на 80% населения. Вот почему ограничительные меры во всем мире принимаются как самые лучшие практики. Так вот в том-то и дело, что, допустим, хорошо, нет магазина, который легально продает алкоголь. Вот я говорю о тех, там, я не знаю, бабушки какие-нибудь начнут там варить, как он, самогон там или еще что-то, то есть какой-то тот же боярышник начнут. Ну, мы я об этом в говорю. Этом вопросе очень сильно заинтересованы, изучаем, да, есть вот реальные оценки. Например, в Лустном центре один нормальный такой магазин, скажем, алкомаркет, да, продает за неделю 40-тонный контейнер алкоголя. Есть отдельные точки, пресловутые, даже мы можем фамилии назвать даже. Есть точки, которые продают, и их объем по сравнению с этим 40-тонным контейнером совсем маленький. Поэтому пока вот идет упорядочивание
процесса вот этого, то идет как раз разговор о наименьшем зле. Чем меньше литров алкоголя продано, тем здоровее наше население. Вот так надо сказать. И потом наше время надо помнить о том, что очень сильно страдает духовно-нравственная сторона нашего народа. Поэтому вот как раз проблема алкоголя – это и есть первоочередная проблема. Мы все кичимся о том, что кризис экономический на улице, да, а на самом деле опаснее всего духовный кризис. Это более опасно. А на это очень сильно влияет вот употребление алкоголя. Скажите, вот какие вы вносите предложения, да, еще по внедрению, так скажем, антиалкогольных мер, да, и хотелось бы акцентировать внимание именно на районах. Какие районы больше требуют такого внимания к себе, есть ли необходимость? Мы посмотрели вот аналитику тоже, тут уже картина вырисовывается. Чем больше торговых точек, тем выше преступность. Тяжких, особо тяжких, оно взаимосвязано. Поэтому я сегодня бы не хотел обидеть отдельные улусы, но у нас есть такая статистика, и как раз главы улусов, наслегов должны смотреть, чем больше торговых точек, тем больше у него проблем будет и с преступностью, и с духовностью, и нравственностью, и с сплочением населения, вот, активности населения. Я считаю, что вот так. А в скольких районах у нас введен уже запрет на розничную У нас продажу? Всего, если районам пока еще нет полностью, да, отдельные кандидаты есть, но есть, поскольку продается еще некоторых на слегах улуса продается алкоголь, то это чревато, можно сказать так. Поэтому сейчас 147 сел уже имеют законодательное подтверждение через госсобрание Эль-Тюмен. Вот здесь мы огромное спасибо говорим, да, что вот это вот руководство республики, инициатива Ильдархана нашего, вот эта вот политика очень хорошо идет. И я еще хотел бы напомнить о том, что в нашей республике вот доктрина здорового образа жизни работает с 2000 года. Это же не за один год, два года, да, все. И департамент по генофонду очень хорошо работали. И все это вот вкупе дает вот первые такие ощутимые результаты, я так считаю. Вот говоря о результатах в наслегах, вот, где действует законодательно запрет, да, на продажу алкоголя, а ведется ли какая-то статистика, люди вообще как реагируют, какой результат, довольны есть, они? Да, вот на прошлой неделе буквально мы делали доклад перед Государственным собранием Эль-Тюмен, и мы четко дали понять депутатам, что действительно, вот не только мы, да, но и тут нам как раз помогли федеральные структуры, конкретно аналитический центр Циркон, и они вот в заключении своих исследований, они посмотрели наши села, и в заключении сказали о том, что действительно вот субъект Российской Федерации, единственный субъект, где есть вот законодательное подтверждение, значит, инициативы населения. Вот это очень приветствуется. Как раз вот общество и власть в едином порыве как раз идут вот в данной политике. Поэтому у нас 147 сел, где запрещены, там наблюдается и снижение преступности, и, ну, в общем, мы сейчас уже можем говорить о 5% сел, где более-менее проявляются вот эти результаты. Назовем это, в первую очередь, это Усалданский Тумул, село, да, тоже они очень рады этому процессу. Значит, Бескёль Горного, значит, тоже можно назвать. Мегина Кангаласки, Хара, наслег тоже. То есть там нет, да, алкоголя вообще? Ну, там не продается. Ну, конечно, там закон, все думают, что вообще не будут пить, да, но зависимых людей пока еще хватает. Вот как раз поэтому, хотелось, да, бы уточнить, допустим, тот период времени, пока внедряется этот запрет в тех селах, показаны ли результаты? Может быть, меньше болеют алкогольной, да, этой, да, да, зависимостью? Есть такое. Есть такое, да. Вот, например, мы посмотрели не только в одном селе, да, ряд наслегов посмотрели, и там как раз идет снижение даже обращения граждан медсанчасти, можно так сказать, да, в два раза. И везде мы смотрим, где запретили, и первые вот эти результаты идут, то везде вот оказывается, когда люди много алкоголя продается, тем больше алкоголя
алкоголь в селе продается, тем больше травмы, там заболевания, отморожения и так далее, и так далее. Или после драк и так далее. Травм а в Якутске больше. У нас как происходит? Якутск, конечно, центр торговли. Тут вчера буквально мы совещались в координационном совете при главе города Якутска под руководством Евдокии Ивановны Епсиковой. И мы поднимали этот вопрос в адрес города Якутска. Очень много и критики бывает, и мы на разных совещаниях это слышим. Но я думаю, что мы обязательно должны принимать ряд конкретных действий. Тем более, есть рекомендации главы республики о том, что вот метраж, способ измерения расстояний, очень много граждан жалуются, да, должны быть по прямому способу расчета. А то сейчас смеются, там где-то так обходят, где-то ограждение делают и так далее. Это вопрос уже чаще поднимается, и мы этому процессу тоже радуемся. Почему? Потому что это активность граждан. Граждане сейчас не те, которые 10 лет назад или еще дальше. А как себя чувствуют при этом рестораторы, их мнение учитывается? Это же прям потери будут. Конечно, у них мнение, значит, однозначное. Чем больше разрешаем, тем больше допускаем, тем больше дохода. Но сегодня есть кодекс чести предпринимателя. Это торгово-промышленная палата разработала. Это кодекс чести, где говорится о том, что главная задача предпринимателя – это не ухудшение состояния здоровья, а наоборот, помощь жителям населения, защита их жизни и здоровья. Вот это кодекс чести предпринимателя. Поэтому я думаю, что те, кто сейчас заняты торговлей алкоголем, среди них очень активные, талантливые предприниматели, действительно. Они бы могли принести пользу республике по другим направлениям. Это и по линии там, благоустройства, по линии там, других совсем вещей. Они могли бы принести большую пользу. И буквально вот сейчас мы тоже об этом говорили, и мы призываем наших представителей вот, торговли алкоголем переквалифицировать. Потихоньку, поэтапно переквалифицировать и приносить больше пользы своей республике. Матвей Иванович, у нас остается мало времени, и хотелось бы такой вопрос задать. В народе бытует мнение о пользе культурного питья, вот наркомовские 100 грамм и так далее. Так ли это? Самая страшная беда, почему россияне очень много пьют, вот как раз верят вот этот миф о культурном питье. Нет культуры. Самая лучшая профилактика – это полный отказ от наркотика. Алкоголь есть наркотик, самый страшный яд. Благодарю вас за беседу. Спасибо. Напоминаю нашим телезрителям, у нас в гостях был руководитель управления госалкоконтроля Республики Саха-Якутия Матвей Лыткин. Оставайтесь на нашем канале, мы обязательно обсудим самые важные темы.